Всем привет, с вами канал Games Club, и сегодня у нас на канале будет карьера. Карьера за Реал Бетис. Посмотрим, что у нас тут. Полное выздоровление Рубен Кастро. Это очень-очень хорошо. Так, Жоржа Малина, давай на лавочку, и вместе с тебя выйдет наш Рубен Кастро. Жоржа Малина мы тебя поставим вот так вот. И вот так вот. Вратарь. Наш Адам. Пожалуй, сядь. Нет. Надо купить Пантелеймона, потому что бестяра. Давайте вот купим Пантелеймона. Пантелеймон. Пантелеймон. Вроде правильно, сейчас попробуем его купить. Так, идет поиск. Вот, да, Костел Пантелеймон. Давайте для покупки. И, ну, ляма 2, наверное. Да, 2 ляма. Надеюсь, хватит. Если что, уберем с зарплатки чуть-чуть на 60 тысяч. Так, этот матч я, пожалуй, просимулирую. Так, трансфер отклонен. А, хорошо. Смена. Он только что перешел. Шеф, можно просьбу? Нет. Прости, чувак. Но тут надо просимулировать матчи. Так, симулируем. В этом сезоне, наверное, мы никого покупать не будем. А во втором сезоне уже... Ну, точнее, зимой. В красном окне попробуем приобрести игроков, потому что некоторые игроки будут выпадать. Так, давай, грузись. 3-0 мы побеждаем. Так, сейчас давайте посмотрим, с кем у нас первый матч. Календарь. И первый матч у нас с... Короче, вы поняли, и следующий матч с Реал Мадридом. Давайте я до чудо досимулирую. Ну что, я досимулировал, и вот у нас матч. Так, предложение трансфера, и хотят нас приобрести Рубена Кастро, а мы установим запрет на продажу. Так, я могу играть, окей, ты можешь, я в тебя верю. Так, и первый матч, давайте же... Сохранимся. Ну. Так. Давайте сохраняемся. Все готово. Стартовый состав тоже готов. И поехали, что ли. Первый такой матч. Мы будем играть в гостях. Так, такая у нас форма, вот такая, и у них такая. Окей, окей, поехали. Первый матч в сезоне, точнее, официальный первый матч в сезоне, и... Адам, бывший игрок Реал Мадрида, академии Реал Мадрида, Реал Мадрид Кастилья. Так, первый матч мы начнем разыгрывать и поставим мощный прессинг и, наверное, атаку. Окей, поехали. Так, Седрик с мячом. Так, Начо. На Фернандеса Начо. Я буду так называть. Ага, не получилось у нас атака. Рубен Кастро. Окей, Рубен Кастро перехватил. Можно вот так вот. Давай, 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 давай. И... Ай-яй-яй. Почти. Почти, давай. Прессингуй, прессингуй. Так, так. Чёрт. Ага, так, так. Пасик. Еще пасик.
Нам поставлена цель, лично я поставил себе цель выйти в первый дивизион Англии и там бороться за кубки. Точнее, за Лигу Чемпионов, либо Лигу Европы. Так, толкай его. Вратарь, может, выйдешь? Нет, нет, не надо выходить. Все в порядке. Значит, Фернандес догоняет, догоняет. Так, окей. Что это было? Лёха со двора лучше играть. Так, Начо, это не Начо Фернандес, это другой Начо. Так, давай. Перехват. Ага. Окей, поехали. Свою атаку начинаем. Седрик. Вот туда вот подальше я хотел. Ну, почему? Так, надо было чуть посильнее нажать, тогда бы он, наверное, перевел бы. Так, окей. Что тут с мячом у нас? Хектор Фонд. Так, хорошо. Седрик можно вот так вот. Ну, почему Рубен Кастро-то, а? Чё ты такой какой-то... Странно немного, а? 14-й тут какой-то не очень крутой. Так, поехали. Начо Фернандес. На Хави Торреса. Носа. Неплохо ушел от подката. Рубен Кастро. Отпихает же его, а? Блин. Окей. Начинаем свою... Точнее, они начинают свою атаку. Мы еще нарушили? За что? Что мы сделали с я? Окей. Будем привыкать к таким судьям. К плохому обслуживанию во второй лиге. Хави Торрес. Неплохо здесь ушел. Можно вот так вот. И в дальний давай. Удар. Штанга. И. Что? Пенальти. Ставит пенальти судья. Хорош. Что там было? Окей, да, я согласен. Пенальти был. И пробьет у нас его Рубен Кастро. Рубен Кастро, не промахивайся. Что? Что, как? Рубен Кастро! Черт тебя подери, упустили свой шанс. Я не понял, как он так промазал. Так, давай, исправляйся, исправляйся. Блин, вот это был реальный шанс. Так, Носа. 4 звезды. Угу. Так, прессингуем, чуваки, прессингуем, давай. Блин, теперь мы нарушили. Рубен Кастро здесь ушатал просто. Подбежал и хоп. А у Рубен Кастро же все-таки сила там маленькая, 59 что ли. Не помню, вроде 59, да. Так. Кил вам. И вынос. Давай, хорош. Так, поехали. Хави Торрес побежал. Еще вот так вот. Наводило. И удар. Пайкон берет этот мяч. Ну, удар был не сильный, так что нечего здесь говорить. Так, прессингуем, чуваки, прессингуем. Ой-ой-ой, могла бы отличная атака получиться.
Разыграли неплохо. Так, Портиво у них. Седрик с огроменным пейсом. Но пейс его не спасает. Так, наш мяч, кидай быстро. Деревянный он какой-то, блин, дриблинг. 50, наверное. Не нравится мне Седрик, если честно. Так, Носа. Урывается Носа. Давай, давай, побежал. И в дальний. Так как? В дальний надо было всаживать. Уже офигище моментов вы срали просто. Никуда. Пенальти. Потом и сейчас момент был. Давай, толкайся там, толкайся, давай. Чёрт. Удар. Гол! Гол, Рубен Кастро! Рубен Кастро забивает. Первый официальный мяч в сезоне. От Рубена Кастро. И справился все-таки он. Я потом ему номер на 9 поставлю. Хорош, 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 хорош. Так, давай, Носа, Нос, толкайся. Заброс. Не получился. Так, может здесь вот кто присануть. Да, нарушение было. Согласен, держали мы его там. Так, где? Помешал бы. Хорош, окей. Мы выигрываем со счетом 1-0, и пора делать заменки, наверное. Так, выпущу я Жоржа Малину и Верду. Вот так вот. Верду, поехали, чуваки, надо затащить. Первый матч надо выигрывать. Как начнешь сезон, так его и закончишь. Точнее, проведешь. Ну, в общем, не суть. Так, Писини. Наводило. Водило мы на Пахланочку. Так, он догоняет мяч и делает навес. А там что? Офсайд, да. Офсайд там и... Удар! Эх, надо было принять и, наверное, потом пробить. Неплохо там давал пас Жоржа Малина. Так, Вадило побежал. И у него перехватили мяч. Так, выносит, паникует парни, видимо. Да что вы делаете, дауны? Так, неплохо. Удар. И этот удар берет к угловому. Неплохо, в принципе. Так, Верду, навес. И башку замыкайте. Начо. Начос. Плечуху тебе пропишу, начос. Так, что тут у нас? Так, прессингуем, чуваки, давайте, давайте. Пикат.
Блин. У них может получиться толковая контратака. Так. Ну открывайся ты, мудак. Выносят нас спокойно, просто выносят. Водила. Так. Опа. Поехали, ты синий. Что? Ну, толкаются, пихаются, как крысы играют. Сейчас попробую ломануть одного и успокоиться, надеюсь. Так, нет, 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 пожалуйста. Нечестно так будет. Один момент, один гол. Жоржо Малина, наш деревянный парень, протаскивающий только силой своей, которая у него, в принципе, неплохая. Да ты вот что ты делаешь? Даун, бля. Чист даун. Не мог что ли нормальный пас отдать-то? Капец. Сейчас за тебя еще. О, ломануло. Фига он вынес. Нереально. Круто он было. На что побежал? Дает пасик. Блин, они как-то меня подвешивают, ты что ли? Седрик вот этот, Жоржо Малина. Вот тебе дают пас. И отдай ему обратно. Ну, сильно ты не можешь дать, что ли? Он перехватывает удар. Забивать же надо. Так, навес. Так. Фу, так. Начо, еще один начо. Тут у нас начос, а этот просто начо. У них автобус получается, что ли? Фиг пройдешь этот их не автобус. Припарковались, блин. Ну говорю же, они там автобус, блин, поставили, и все команды обороняются. Да ты пробить можешь нормально? По-моему, уже сейчас я буду игроков покупать, потому что, ну, реально так. Что делаешь, водило? Мудило ты? Опять? Мудило, а не водило. Окей, побежали. Ты деревянный дриблинг, а у тебя нету, ну что-нибудь ты сделать там можешь, своей силой протащить хотя бы, а? Нет, я просто в шоке. Рубен Кастер хотя бы гол забил, там что-то сделал полезное, а ты пришел, блин, и трубку там куришь. Выносите нафиг отсюда, а то и привезет еще. И все, дай ты так вот выходил уже спокойно. Так, ну тут, конечно, мы облажались. Угадывал, в принципе. Так, следующий матч у нас с Реал Мадрид Кастилья. И этот матч у нас будет в следующей серии. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И все у вас будет хорошо.